Я считаю, что «Адажио Авроры» с четырьмя кавалерами — это одна из самых сложных для балерин сцен в балете «Спящая красавица». Но при этом оно очень красивое, эффектное и знаменито непрерывными обводками в этюд с каждым кавалером, сложными балансами на одной ноге. И при всем этом зритель должен чувствовать радость, непосредственность, даже какой-то восторг юной принцессы, впервые танцующей с кавалерами на этом празднике, на празднике своего совершеннолетия. При всем при этом Аврора должна соблюдать придворный этикет, поэтому с каждым принцем она одинаково любезна и принимает их знаки внимания ровно, не отдавая предпочтения никому из них. Поэтому несложно догадаться, что ни один из этих кавалеров не завоевал ее сердце. Каждый из принцев дарит Авроре розу, являющуюся символом любви, и это своего рода знак. Это как бы символ того, что Авроре суждено пройти по дороге любви, и она встретится со своим желанным избранником.